millise suvise peo lauale. Räägime täna veel rulluisutamisest, aga ka käsitojaama korraldatavast laste laagrist. Nii et meil on tõepoolest täna teemasid seinast seinani. Jääge meiega! Tänas saadet aga alustame Aesthetic Line püsimeigi stuudios, sest veatu jumestus. See on nagu iga naise salarelv ja Aesthetic Line'is teeb püsimeiki ka rahvusvahelistel võistlustel auhindadega pärjatud Natalia Jeremenko. Me räägime täpsemalt täna loomulikust püsimeigist. Natalia, mis on loomulik püsimeik ja mis on üldse püsimeik eelis? Основное преимущество перманентного макияжа – это, конечно же, удобство. А в любой ситуации, находясь на отдыхе у моря, занятия спортом, в бассейне или даже в самые интимные моменты, вам не нужно волноваться про состояние вашего макияжа. А перманентный макияж – это не вечерний макияж, и он должен быть естественным. Окружающие замечают, как произошли изменения в лице. Лицо стало более выразительным, приобрело свежесть, яркость, но никто не может догадаться, почему? Paljud kardavad seda protseduuri, ma tean seda, sest nende hulgas olen ma ka ise. Sest püsimeik on selline, mis jääb väga kauaks ajaks pidama, kuidas sellest hirmust üle saad. Бояться нужно недостатка информации, следует тщательно изучить биографию и портфолио мастера, которому вы собрались идти на процедуру. В нашу студию обращаются клиенты для исправления некачественно выполненного перманентного макияжа. К сожалению, их число растет. В нашей студии мы используем аппараты только высокопрофессионального уровня и пигменты, отвечающие всем требованиям качества. Millele teed sa täna nii-öelda kohevate kulmude protseduuri? Kas püsimeigiga on tõepoolest võimalik selline tulemus saavutada? Конечно, мир искусства в перманентном макияже не стоит на месте. При использовании нескольких оттенков и смешании техник можно добиться поразительных результатов. Такая процедура будет актуальна для людей, у кого свои бровки светлые или реденькие. Räägi täpsemalt, kuidas see protseduur toimub? Процедура длится 2-2,5 часа. И делится на несколько этапов. Первый этап – это подбор эскиза и диалог с клиентом. Этому этапу уделяется особое внимание, так как брови и их форма создают архитектуру лица. Следующий этап – аппликационная анестезия с использованием специальных кремов. И последний – непосредственно сама процедура и консультация о послепроцедурном уходе. Результат виден от 3 до 5 лет. Это в зависимости от индивидуальности кожи. Всю необходимую информацию клиенты могут получить, посетив нашу бесплатную консультацию. Minni, sina said täna sõna otseses mõttes uued kulmud. Kui sa nüüd püsti tõusid ennast esimest korda peeglist, nägid, millised emotsioonid sind valdasid? Super, lihtsalt mul on kulmud. See on nii lahe. Hästi ilusad, ma olen väga rahul. Kas nad on nii loomulikult nagu sa ootsid? Jaa, nad on palju paremad, kui ma oskasin arvata, osalt. Aitäh, Natalia!